Его возводили быстро. Из типового одноэтажного здания школы оно превратилось в большое, просторное и современное помещение. Строительство музея началось в 1975 году. С тех пор сохранилось несколько альбомов с фотографиями. Один из них подарила участница войны легендарная летчица Мелентина Кондратова. В то время она была председателем общества по сохранению памятников и исторических мест. Создан спонтанно. Видим, что фотографии, которые здесь находятся, где подписаны, где-то не подписаны. Но, тем не менее, сейчас он находится в фондах Искитимского музея, и он зафиксировал такую важную веху в истории музея, в истории города, как строительство музея, здания нашего музея. Валентина Орлова – первый руководитель музея. Сейчас она живет в Новосибирске. В Искитим приезжает, когда случаются важные события. С этим городом и музеем ее связывает много воспоминаний. Пришла, здесь было 30 фотографий перепутанных и пустое совершенно двухэтажное здание. Что делать? Вот я к Виктору Михайловичу пришла, говорю, надо на одном этаже открыть музей, а на втором этаже картинную галерею. Так он и открывался, как историко-художественный музей. Валентина Орлова по образованию учитель. Когда в жизни назревали перемены, работала завучем во второй школе. Предложение возглавить музей сначала показалось ей странным. Меня пригласили в горком партии и сказали, либо партийный билет кладешь на стол, либо идешь руководителем музея. Я говорю, да я же математик, я же не могу пойти в музей. Я, вроде как безыдейный человек. Потом согласилась. В помощь Валентине Орловой председатель исполкома Виктор Балдаков определил работников, дал машину и полный простор для действий. Она обращалась в Союзы художников Петербурга, Красноярска, Бийска и других городов. Стали приходить первые посылки с картинами. Они заняли место на втором этаже, а на первом решили открыть выставку достижений народного хозяйства. Одно из таких заданий было построить вот в этом зале, где огонь вечный горит. Вот в этом зале нужно было вот эти вот стенды сделать. И задание дали кондитерской фабрике. Нет, мебельной фабрике. Я пришла к Ховраку, говорю, надо же завозить, уже все надо сделать. Он говорит, у меня нет машин, бери где хочешь машину. Я говорю, а где я ее возьму? Бери где хочешь. А мне Виктор Михайлович сказал, если откажет, позвони мне оттуда, от него. Я говорю, тогда давайте звонить Виктору Михайловичу. Он говорит, звони. Я говорю, так я в вашем этом не разберусь, там у вас стоит такой аппарат. Звоните сам. Он звонит, я слышу, Виктор Михайлович говорит, передай трубку Валентине Александровне. Я взяла, говорю, Виктор Михайлович, он мне отказывает в машине. Он говорит, что он не успеет ничего сделать. Он говорит, верни ему трубку. Слышу, Виктор Михайлович говорит, ты что, забыл, кто тебя туда посадил? Вот как посадили, так и уберем. Немедленно все выполни, что просит эта женщина. К вечеру мне все привезли, все поставили, все мы написали. Росписью стендов занималась вся семья Валентины Орловой. Она вспоминает, что очень много искитимцев приложили усилия для открытия музея. Это произошло 4 ноября 1977 года. Все прошло успешно, но больше всего ей запомнился вечер после торжества. Я беру ведро, тряпку, швабру. И мою, разулась, босиком хожу, мою, и Виктор Михайлович идет. А времени уже где-то, наверное, часов 8 вечера. Стучит, я открываю дверь, он говорит, ты что делаешь? Я говорю, пол мою. А кто, говорю, мыть-то будет? Никого нет, охранять некому, мыть некому. И вообще я не знаю, что делать. И он позвонил тогда в Чернореченский техникум. Они студентов там распределили, появилась у меня помощь. Большую гордость Валентина Орлова испытывает за Шукшинский зал. Его открыли в 81-м году. Сделать это получилось благодаря знакомству с братом Василия Макаровича, Иваном Поповым. Тот был художником. Портрет сибиряка и еще несколько работ тогда купили. Остальные были подарены. Одна заслуга – это Василий Макарович Шукшин, которого все очень любят. И я уже сказала, он второй родиной считал, я не перескочила, считал второй родиной Новосибирск. А в Новосибирске нет такой возможности, не было такой возможности открыть Шукшинский зал. И когда Иван Петрович сказал, что я вам дарю эти картины, я ему дала слово. Иван Петрович, у вас будет здесь собственный ваш зал. Ваш и Василия Макаровича, двух братьев. И вот мы его выбрали, вот этот вот зал, открыли его. И
люди поехали к нам. В 90-х Валентина Орлова уехала в соседний город. 26 лет руководила музеем по истории развития образования в Новосибирске. Сейчас женщина на заслуженном отдыхе.